Здравствуйте, многоуважаемые просмотрщики. В данный момент будет эпизод Fumi to the Moon. Но не простой, а зеркальный, как вы знаете. Та-та-та-та-та-та-там! Не успел. Так, я вам повторяю, что в этом уровне усложненные эпизоды. Чё, наоборот вернее? Смотрите-ка, давайте повторим вам еще раз. То есть, зеркальный уровень открывается, если пройти все на 3 звезды. То есть, этот уровень пройти на 3 звезды, когда он кроется в зеркальном мире. Зеркальный мир, он изменен, во-первых, зеркально, во-вторых, добавлены всякие усложненные. Допустим, вот такой босс, свин-изобретатель, у которого есть имя, но я не хочу его произносить. Уровень достаточно сложный, видите, допустим, у нас добавилось третье поле. В основном уровне его не было. Вот здесь у нас что-то уже не такое уж похожее, то есть даже похожее на предыдущий уровень. Если кто помнит эти уровни, то они были обычные. После чего я советую попасть вот так, наверное. Смотрите, хотя нет, лучше сделать как-нибудь в разбор, чтобы попасть как можно больше свинок. Но этого свинка можно сбить просто, если попав в его ракурс. Ай-яй-яй, не получилось. Я говорю, я прохожу не на 3 звезды, а просто так. Поэтому мы пройдем этот наверняка очень-очень быстро. Это будет очень-очень короткая серия. Ну, а может и нет. Если следующие уровни меня испугают. Там были уровни, которые гораздо сложнее были. А в зеркальном мире, видимо, они будут еще сложнее, чем сложные. Угу. Миссия у нас гораздо больше свинок, и босс. Повторяю снова. Желательно попасть куда-нибудь взорвать что-либо. Смотрите-ка, давайте подождем чуть. Сейчас он перелетит на другое силовое поле и собьет поросенка, который там летает. Нет! Тогда вот так, смотрите-ка, внимание. Внимательно смотрим. Сейчас взорвется все. А, шутка! Нет! Если даже это не шутка, просто не получилось. Так, давайте попробуем еще раз атаковать этого пига. Я хочу, чтобы он, его кусочки полетели на землю и взорвались. На землю, блин. О! Ну как-то в уху, можно сказать, ну. Как поросятки обычно говорят, но что-то нет. Попасть так, сейчас всех сбить. Смотрите, внимание. Как попасть по свинье? Смотрите-ка, смотрите-ка. Смотрите, кубик летит, он еще в воздухе, видите? И нет. Начинаем тогда отсюда. Только в этом случае у нас получится отлично. Ну? Залепится ли поросенок, нет? Залепится? Что это значит вообще? Пицца какая-то, да? Ну уже. Свина-свин. Что-нибудь упадет? Вот палочка на него упадет. Нет? Тогда он сам упадет. Р-р-р. Что мне не приблизить? Ау-ау-ау-ау-ау. Вот, допустим, я приближу. Это мне обязательно поможет пройти уровень. Давайте попробуем по другой стороне полететь, вот когда подкоролит свина. Ну, ёшкин! Котёнка. Нет, да? Рандомный запуск. Вперед. Давай, себя забей. Еще каких-нибудь друзей. Поросенка сбей. Круто! Они теперь будут болтаться. Я надеюсь, что нет. Сейчас мне придется. Ну ведь один свин приземлился, второй нет еще. Есть один, да! Ну как думаете, три или нет? Пам! 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 Та-дам! Та-мяу! Что тут такое? Странные траектории этих летающих объектов. Так, плохо. Он это свинка. Да, это свинка везет шарик, поэтому можно взорвать. Не в ту сторону. Мы сразу забьем про свинка. Свинка! Свинок! Свинок! О, получилось! Он упадет. Круто, что они могут уничтожать и себя, и других своих. Что это значит? Ну, как-то попал. Так, пригодились.
Смотрите-ка, внимание, мы сейчас дождемся, когда он свит подлетит ближе. И атакуем сразу двух. И птица в запасе. Погодите, это тот уровень? Нет, это другой уровень. Уровень с кошельской свином был в предыдущем эпизоде. Ну, с этим, с толстым, большим, который заморожился. Замороженился. Хм. Не понимаю, к чему эта штука здесь. И в чем этот прикол? Если мне дадут 3 звезды, я удивлюсь и подумаю, что за фигня. Я что-то удивлен. Я не понимаю, что за фигня такая. Видимо, так оно и должно быть. Вот тут опять... О, я эту турнир не помню, только здесь добавили, видите. Тут не было вот этой дополнительной планеты. Или была, слушайте, я не помню. Я помню, нужно вот как-то их так толкнуть. По крайней мере, так должно было быть в обычном уровне. Так, как же получится сбить всех-то, а? Внимание, смотрите-ка. Никого! Возмущение. Ну, сейчас 3 звезды не должны дать, потому что я должен был, наверное, не потратить этих птиц. Смотрите-ка, внимание. Ну, что, я-то не ошибаюсь иногда. Иногда. В том-то и дело. А теперь аккуратность. Этот дурень, он простой, он тот же самый, что и обычный. Смотрите-ка, всего лишь все уничтожается, и все. Слушайте, я не помню, я включил туманность. Ну, то есть, чтобы уровни были вот такими кривыми. Ну, то есть, в смысле, что за затемнение было, а? Я сейчас его попробую отключить после 7 уровня. Подождем, пока упадет что-либо. Ну, оно не упало. Итак, это был 7 уровень, 3 звезды точно. А теперь вернем, отключим в настройках портал. И что случилось, собственно? А, ну да, стало светлее. Но я просто хочу проверять, в каком размере. 9 уровень пройти, мне заставили его пройти по квесту. Вот, стало светлее, как вам лучше? Я не знаю. Вот этот уровень, кстати, сложный сам по себе, но сейчас его будет сложный и так. Вот так. Где желательно попасть по кристаллику? Какому кристаллику? Вот этому метеориту, слушайте, как он так странно летает? Он летит по траектории другой, потому что не свин летит по траектории, а он летит вокруг другого свина. Давай, лопайся! Так. Ну, собственно, вот так, по-другому. Не знаю, было ли так в обычном уровне, но вроде нет. Ну и остается самое простое, попасть по тому свину. О, и еще одному свину. Ну тогда придется мне постараться еще. Смотрите-ка. Шлеп. Один есть, а второго как? Посмотрим, куда полетит птички. Птички летит туда. Да, турень проще, чем обычный, потому что его усложнили и решили чуть-чуть упростить, но нерационально получили вы свое усложнение. О, знакомость. Знакомость я вижу и чувствую. Сейчас упадет все вниз. Я надеюсь. Может быть, не все, но... Может быть, еще что-либо упадет, нет? Ну, тогда вот так. Случайность, извините. Чё за сложности? Чё за простости, вернее? И как-то блок уничтожился, это... Ледяной кусочек бил или нет? Или большой птиц? Сейчас мы оценим наши результаты по звездочкам. Вот, опять уровень, смотрите, босс остался, но... Дополнительный босс, ну то есть... Ну как босс? Оу, 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 этой башни не было. Тут была вообще другая конструкция совершенно.
И чё, да что за, эта штука оставили для золотого яйца? Какого я золотого яйца? У вас же не... Оу. Хотя бы вроде это упадет. Да? Наклоняем голову и смотрим, падает ли это. Да. Теперь нужно упасть яйцо на взрыв. Поздравляю, мы завершили этот очень сложный эпизод. Прибыщ, прибыщ. Знаете, следующий эпизод я уже прошел на звезды, в смысле. Так что все уровни разблокированы. Ну, конечно, ну как сказать, все, я сейчас вам покажу. Я помню там один из уровней, который неимоверно сложный. Пройду я его или нет, я вам не знаю, не обещаю. Итак, мы вернемся в обычный мир. Войдем обратно, зайдем в эпизод «Утопия». Как видите, звезды у нас есть. А также это звездные уровни. Я не помню, показывал ли я вам звездные уровни в серии. В серии или нет. Но, по крайней мере, потом, если что, сделаю серию отдельную. Итак, покажем вам все. Вот они, видите, уровни. Вот они все. Вот они здесь. Но об этом позже. До новых встреч.